Накопительный водонагреватель Atmore Marina VFE80 имеет объем 80 литров, благодаря чему способен обеспечить 2 и более точки горячей водой и подходит для потребностей 3-4 человек. Корпус водонагревателя изготовлен из высококачественной стали. Бак имеет высокую степень защиты от коррозии, благодаря тому, что на внутренней поверхности бака стеклокерамическое покрытие и установлен магниевый анод. Водонагреватель оснащен медным нагревательным элементом мощностью 1500 Вт. Максимальное время разогрева холодной воды до температуры 55 градусов составляет 114 минут. На водонагревателе установлен регулятор температуры со встроенной защитой от перегрева, позволяющий регулировать температуру нагрева воды от 40 до 75 градусов. На декоративной крышке водонагревателя Atmore Marina VFE80 имеется ручка регулятора температуры и световой индикатор включения. На корпусе водонагревателя установлен термометр. Сетевой шнур в комплекте. Также в комплект входит предохранительный клапан. Он устанавливается на входном патрубке и защищает бак от избыточного давления более 8 атмосфер или непредумышленного слива воды. Гарантия на водонагреватель Atmore Marina VFE80 – 3 года.